Опять прилетела моя красотка. Сидит. Белая голубка. Чего ждет, непонятно. Если я ее уже и накормила. И дождик ее напоил. Вообще непонятно, что происходит на свете. Вот такая красоточка. Видите, мои хорошие, как я ее раскормила? Ой, не могу. Она прям как пингвинчик. Сейчас я подойду, она сразу свалит. Она сейчас здесь дралась, наверное, с 10 голубями. И кто-то вырвал у нее клок перьев из шеи. И так во рту с этими перьями черный какой-то летал. В общем, здесь сейчас была бойня. Они прям как бойцовские птички. Вот такая красота. О, сейчас на чайку похоже, на толстую. Захотелось почему-то вам показать. На улице идет дождик. Я гуляла утром, но без камеры, потому что шел дождь, и мне захотелось просто пройтись по дождливому Петербургу. Такое настроение. Шла в уме, стихи писала. Потом вам прочту. Я подхожу, она так сужается. Вот такая у меня голубка. Хорошенькая. Ножкой шевелит. А, одну лапку так под... Как его называют? На одной лапке, короче, стоит как... Этот, как его? Цапля. Видите, одна лапка так у нее подтянула под себя. Как будто замерзла. Вот, у нее лапочка одна висит, одна стоит. Не знаю почему. Сейчас я ей еще немножко дам этого, как называется, овсянки. Я ее кормила сегодня гречкой. Видите, сразу сузилась и побежала. Иди сюда, красотка. Вот такой мешок ей купили. Подруга купила. Она ее кормит уже не знаю сколько. Года 2. Вот сразу какой-то прилетел красавец. Иди кушай. Вот умница. Я так сильно увеличила. Иди отсюда. Это моя голубочка. Когда так зову, она сразу идет. Он прилетел, танцует возле нее. Вот испугалась, улетела. Гаденыш. Вот она, моя красавица. Шум дождя, так классно. Идите отсюда. Брось. Иди сюда. Иди. Не хочет, а эти прилетают все. Где он тут? Блин, не вижу. Вот он. Прилетел к ней. Да, кошка прикрыть, она сразу прилетит. Давайте немножко отойдем. Она сразу же прилетит. Сидят там под дождиком. Смешнучие. Прилетел котёныш.
крикнула. Интересно вам про мою голубку? Привет, мои хорошие. Сегодня 18 марта. День рождения моей мамочки. Ей бы было 73 года. Исполнилось бы сегодня. Вот. Поэтому у меня такое настроение сегодня какое-то странное. Моя хорошая, кушай. Хорошая голубушка. Умница. Видите, окно закрыла, она сразу не боится. Когда окно открыто, она вообще волнуется. Моя мамочка родилась в 47-м году в городе Зухдиды в Грузии. Я очень хочу съездить в Грузию, посмотреть на этот город. Вот. Потом она с отличием закончила школу с красным дипломом. Вот. А когда ей исполнилось 12 лет, бабушка забеременела Сергеем. Маминым братом. Вот. Маме когда было, ну, там 12 с чем-то, почти 13, родился Сережа. И такая большая разница у них была. Она рассказывала, что носила его на плечах, и он ее называл мама до 2 лет или до скольки-то там. Ну, потому что бабушка постоянно работала. Вот. А дед ушел из семьи, когда бабушка забеременела. Дед ушел из семьи и жил с какой-то там учительницей. У нее был свой ребенок, что ли. Вот. Для моей мамочки это так было тяжело, что она со срывом, с нервным, попала в больницу в 12 лет. Представляете? Потому что папочка для нее очень много значил. Но у меня бабушка была, мамина мама такая... Очень такая вот женщина, которая конкретная. Ну, вообще не такая, как дед Федя. У меня дед, как я, он такой был более возвышенный и более так летал в других мирах. И чувственный, и живой. А бабушка, ну, можно сказать, материалисткой была. И вот, когда дед ушел, бабушка ударилась в веру. Она... стала свидетелем Иеговы. В советское время вот она так верила в Бога, там в какие-то собрания ходила, и меня туда тоже водила. Я маленькая была, помню, еще не пионеркой, не комсомолкой, а октябренком еще была, я помню. Один раз я пришла со школы, и у меня был так фартушек черный, и на нем была звездочка ленинская. Ну, там, где Ленин маленький, кучерявый. Вот. И бабушка говорит, сними это адово, этот значок адовский. Пойдем с тобой в собрание. И привела меня в собрание. Я помню, там пришли какие-то дядьки. И много-много людей так сидело в какой-то квартире, я не знаю. Ну, квартира была достаточно большая. Вот. И эти дядьки начали молиться прямо на сцене. Там три мужчины такие вот крупные, такие какие-то, похожие на американцев для меня. Потому что русские мужчины были какие-то, ну, такие, что ли, поджарые, худые или как-то, не знаю, как объяснить. А те были такие вот, как красномордые, такие холеные, что ли. Не знаю, как объяснить. В общем, по-другому я их чувствовала. И они начали читать свои молитвы какие-то.
там на сцене. Вот. И я не понимала ни одного слова, что они говорят. Они читали что-то там, балакали какой-то нерусской мовой. Вот. И я у бабушки потом спрашиваю, она сидела возле меня, я говорю ей: «Ба, что они говорят? Я ничего не понимаю, что они говорят». Она говорит: «Они крещенные Духом Святым, и они вот молятся, типа как от Бога, сразу же что-то передают на каких-то ангельских языках». Вот. Такое что-то мне рассказала. И я помню это чувство, как там люди все, ну как секта, они все в чем-то одном, потом начинают вместе все молиться и начинают там что-то петь, еще что-то. Потом на дворе, ну на улице, такие целые столы ставят. И там ели после собрания, ну после молитв, какой-то борщ, какие-то запеканки, еще что-то там, целая куча еды. Вот. Что-то я сейчас все это вспомнила. Я уже давно это все забыла. А сейчас почему-то у меня так навевает какое-то прошлое. Ой, это, по-моему, ее этот самый или нет? Суженый, ряженый или нет? Не знаю. Когда близко снимаю, они волнуются. Инь-янь мой. Боится подойти. Беленькая пошла, кого-то там загоняет. Вот такие у меня голубочки. Видите? Рассказала вам про бабушку, про свою. Хотя начала рассказывать про маму. Про то, что она родилась в Зубтите, в Грузии. Еще у меня мамочка очень была сильная рукодельница. Ну, она очень вязала красивые всякие штучки. Вот. И готовила очень-очень-очень вкусно. Совсем не так, как бабушка. Вот бабушка варила борщ, и он у нее был такой, как без души борщ. То есть огромные там плавали ломти какого-то сала, каких-то картофель очень крупно порезанный. А у мамочки все было до такой степени меленькое, красивое, аккуратно и вкусно. И не было этих огромных кусков белой свеклы, выварившей, как у бабушки, и еще чего-то. И ломтей лука, и сверху такого слоя жира в борще. Ну, в общем, у мамы все было до такой степени филигранно и вкусно, и нежно, и красиво, и с офигенной подачей, как в самых крутых ресторанах. Вот, а у бабушки как в какой-то деревенской столовой, что ли. Нет, наверное, не как в деревенской столовой, а как, наверное, в какой-то тюрьме. Потому что с этой едой постоянно прививалось чувство вины. Когда ты ела, тебе говорилось: «Вот у бабушки ножички дрожат, а она стоит вам готовит, а вы неблагодарные, негодные». Вот, у мамочки никогда в жизни такого не было. Ни одного слова. Она на последние деньги могла повезти нас в кино, на какой-нибудь индийский фильм, или на «Вожди Атлантиды», или еще на что-то, и купить за последние денежки нам мороженое, потому что мы хотим, или еще что-то. Вот. Совершенно два разных человечка занимались моим воспитанием. Если бабушка меня там в младенческом почти возрасте привязывала за ногу к столу, чтобы я там по кругу ползала вокруг этой ножки и никуда не влезла, а сама она там могла на кухне что-то готовить или вообще уйти в огороде копаться, или вообще побежать в магазин в это время, вот, то мамочка уделяла максимум внимания. Вот когда она не работала, она постоянно занималась
там, мной, Наташей, Олегом уделялось 100% внимание от всей души. Не на так, как там она по-русски называется, не на тяп-ляп, а по полной. Вот мои родные кушают мои голубочки. На улице дождик, я закрыла, что и шума дождя не слышно. Ну, чтобы меня погромче было слышно, наверное. Вот видите, я открываю, она сразу сваливается. Я хотела поближе ее снять. Никак не снимается. Ладно, мои родные. Люблю вас. Спасибо, что вы со мной. Всем волшебного дня. Сейчас сниму вам, как я написала стих. Может, вам понравится. Пока-пока.